Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а я знаю, что это новый разбор на укулеле. И спустя 20 лет вышел специальный эпизод сериала «Друзья», а я обожаю этот сериал, чтобы вы понимали, насколько у меня есть целая книга про них и татуировка. Вот прям настолько. И будем учить мы эту великолепную, легендарную песню про драного кота, которую пела Фиби Буфе. Я считаю, что это шлягер. Ну а в комментариях вы можете написать, смотрели ли вы этот сериал, как он вам и какой персонаж ваш любимый. Я уже чувствую, что после этого разбора ты захочешь приобрести себе первую, а может быть просто новую укулеле? Тогда музыкальный магазин Skiff Music точно для тебя. Там можно найти огромный выбор укулеле и другие инструменты на любой вкус и кошелек. А по промокоду Даша Кирпич действует скидка аж 5% на любой заказ. Но это еще не все, ведь каждый месяц ребята из Skiff Music разыгрывают гитару! Гитару Карл! Правила конкурса и вся подробная информация будет по ссылке в описании. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться! И для начала вот как она у тебя будет выглядеть. Драный кот, у тебя пустой живот. Драный кот, мир к тебе жесток. Тебя не лечат доктора, тебя мучает злая детвора. Тебе не спать на мягкой койке, тебе вечно драться на помойке. И вместе. Драный кот, у тебя пустой живот. Драный кот, мир к тебе жесток. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Так как у меня нет нормального обычного табурета, то я сижу вот на таком вот с подлокотниками в офисном кресле. Вы так лучше не делайте. Возьмите просто обычную табуретку. И эту песню мы с вами будем разбирать в оригинальной тональности, потому что я видела, кто-то играет через C, G и прочее. Ну, не совсем звучит. Не как оригинал. Она нужно звучать прям как оригинал оригинальный. Перейдем, собственно, к аккордам. В этой песне всего три аккорда. Первый аккорд — аккорд Е. К сожалению, в этой песне нам нужно будет прямо играть настоящий аккорд Е, не Е7, потому что он тут не звучит. Но мы с вами возьмем упрощенный вариант аккорда Е. Что для этого нужно сделать? Поставить указательный пальчик на первую струну на втором ладу. Далее третью и вторую струну мы с вами зажимаем на четвертом ладу. При этом у нас получается вот это вот. То есть, по идее, в настоящем Е нужно зажать и четвертую струну. Ну, кто хочет, можете играть вот так вот с настоящим Е. Кому сложно, берем вот эту вот форму, которую сейчас только что показала, и большим пальчиком аккуратно приглушаем. То есть, чтобы у вас было вот это. Потренироваться, чтобы это все звучало. И вот вам, пожалуйста, настоящий аккорд Е. Следующий аккорд, аккорд А. Мы с вами зажимаем третью струну на первом ладу и четвертую струну на втором. Дальше у нас с вами идет аккорд Д. Мы зажимаем четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. Поздравляю, это все аккорды песни, потому что Фиби Буфе не писала сложные песни. Была своя методика игры на гитаре. У нее были такие аккорды, как «Медвежья лапа», «Куриная лапа», «Старушечья рука», «Айсберг», «Дракон». Но, к сожалению, у нас вот в этой песне таких аккордов нет, поэтому вот с обычными названиями. Что получается? То есть, смотрите, аккорд Е, А и Д. И у нас на протяжении всей песни будет определенная связка аккордов. Е, А, потом Д, А и Е. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. И так как Фиби Буфе — это человек просто маэстро гитарной игры, она не играла сложными боями, а играла просто ударами вниз. Поэтому на аккорд Е и А мы будем играть два удара вниз на один аккорд, то есть... А потом, когда у нас с вами идет связка D, A, E, там играем по одному удару вниз. D, A, E. Получается все вместе. E, A, D, A, E. Итак, мы играем всю песню от начала до конца. Драный кот, у тебя пустой живот. Драный кот, мир к тебе жесток. Поэтому
можно считать как припев. Дальше у нас с вами идет куплет. Тебя не лечат доктора, тебя мучает злая детвора. Тебе не спать на мягкой койке, тебе вечно драться на помойке. И опять иду потом припев. Драный кот, у тебя пустой живот. Драный кот, мир к тебе жесток. Пожалуйста, вот вам песня готова. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Ну а не забывай, что я могу увидеть все твои укулеле старания. Достаточно просто выложить любую песню или мелодию с моих разборов к себе в инстаграмчик. И самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения. Ну а для тех, кто хочет поддержать мои труды и старания в финансовом плане, то вы можете задонатить мне любую сумму на донат-адрес или на Бусти. Вот как делать все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.